У каждого человека есть своя мечта. И у каждого человека есть негатив в жизни. Но каждый человек выбирает свой путь к этой мечте. И идет к ней до конца. Каждый человек мечтает быть успешным, быть в центре внимания, ужинать в дорогих ресторанах, одеваться в брендовых магазинах, красиво жить и отдыхать. Быть независимым и свободным. Но... но ведь... кто сказал, что добиться всего этого легко? Это путь, который будет испытывать тебя. И проверять тебя на прочность. И в эти мгновения ты должен решить для себя, чем ты готов пожертвовать для этого. Где твой предел возможностей и для чего все это нужно? Нужно это для того, чтобы быть просто хорошим человеком. И ты начинаешь действовать, испытывать себя. Не брезгуя никакой работы. Потому что тебя движет мечта, которая не дает тебе спать ночами. Вырабатывая в тебе энергию для движения вперед. И в один день судьба дает тебе шанс. Шанс, который дан тебе свыше.
понимаешь, что не можешь упустить его ни в коем случае. Как ты чувствуешь, что это именно то, чего ты искал на протяжении всей своей жизни? И несмотря на все подводные камни и испытания, которые выпадут у тебя на пути, ты идешь вперед не только ради себя, но и ради тех, кто верит в тебя. И в один прекрасный день наступает миг. Миг, который наблюдал и испытывал тебя. Тот самый миг, дающий тебе отправную точку к твоему успеху. Которого ты так долго ждал. И этот успех будет преследовать тебя. Потому что это результат твоего упорства. Стремление быть лучше, чем сейчас. Быть лучше как человек и быть полезным обществу. Родным и всем тем, кто тебя окружает.
этом и заключается лидерство. К которому ты шел, невзирая ни на что. У тебя все получится. Верь в это. Ведь лидером не рождаются, а лидером становятся.